Кристина, добрый день. Привет вам из Москвы, вашу солнечную Ялту. Ну, песня мне понравилась, очень красивая композиция. Но сразу скажу, что вам было не просто петь в таком зале. Акустика гуляла, в общем, это как будто в каком-то большом холле пели. Дикцию не поняла, произношение тоже не поняла. Что касается вокала, могу сказать, что низы у вас есть, довольно плотные, хорошие, но где-то не достаете. Может быть, стоит поднять на полтона выше песню? Но вот что касается верховки, я так и не поняла, они у вас есть? Если есть, почему плотно не спели, хотя бы в одном припеве, а все как-то берете субтоном? Я думаю, что чистенько все, конечно, хорошо, но я думаю, что бояться здесь не надо. Да, спокойно, да, ре, диез, вы можете петь плотным звуком. Ми, фа, ноты переходные, там можно еще субтоном взять. Но даже но если вдруг повторяется припев один и тот же, надо хотя бы разочек спеть хорошим плотным миксовым звуком, поставить на опору, взять дыхание, поставить на опору и спеть эти ноты. Тем более там несложно. Использовать затылочный звук, кстати, очень было бы неплохо. В общем, педагогу я желаю вас усовершенствовать. Ну а если вы работаете одна, то просто взять занятия, так вот по интернету, в принципе. Это не сейчас много всего. Желаем удачи, у вас есть большой потенциал.